создать вывеску или плакат, который гарантированно привлечет внимание. Один из способов – сделать его в технике леттеринг. Если просто, леттеринг – это способ рисования букв. Слова не просто пишут, а составляют ими целую композицию. Такую технику можно часто встретить в модных кофейнях, магазинах или на открытках. Научили этому искусству на очередном мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Встречу провела Наталья Паршкова. Шрифтов много. Некоторые плакаты воспринимаются только в одном шрифте, как в конкретном классическом, современном, смешанном. Вот у нас будет плакат смешанной техники. Тут присутствуют три шрифта. Это прописной шрифт, стандартный просто рубленый шрифт и римские буквы. Мастер-классы – это общение и новые знания, отмечает Анастасия Ковалева. Девушка любит заниматься саморазвитием, поэтому такие встречи посещает постоянно. Больше всего интересует кулинария и творчество. Мне больше нравится искусство, так как я уже 6 лет занимаюсь структурным подразделением «Каскад от восхода», и мне интересно заниматься всем творчеством. Для любителей разнообразить свой досуг предлагают огромный спектр мастер-классов. Творческие, спортивные, интеллектуальные. Узнать о них можно из бесплатной газеты «Химкинские новости». В серединке нашей газеты всего лишь 2 листочка. А мастер-классов бывает очень много каждый день. Вот даже сейчас, да, вот женщины у нас начали мастер-класс у нас, а потом побежали в соседнее там здание на другой мастер-класс, хотят успеть. Но еще больше информации можно найти в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.